Ух ты, и снова я. Александр Крылов, Икут, Феликс. Филька, привет. Что ты робишь? Отдыхаешь, да? Отдыхаю, Филька, да? На крыше отдыхаешь, да? Ой, и так, и сяк. И... Вот так оно. Чухалося. Ой-ой. Вот так, вы каблучите, да, Филька? Вот так. Что это, Филька? Получается, да? Вот так. Вот так, Филька, на крыше. Феликс? Ну, Феликс, ну что ты, Филька? Ну что, тебе почухать, да? Давай. А так. Это. Как ты за зиму? Отдохнул, да? Кот Феликс за зиму отдохнул, а теперь на улице. Опа, а ты отсюда, да? Эй, тебе нравится на крыше сидеть. Ну да, сейчас на земле мокро. Так ты по крышам лазаешь, да? Ой, что ты ходишь? Ты хочешь до меня, да? Ну иди сюда. Филька. Ну что? Что ты? Что ты хочешь, Филька? И хочет, и колет, и мамка не велить, да? На крыше сидит, как пан барон, да? Вот так. Весна на улице. А Феликс? Филька, эй, ты куда пришел? Ты сюда, на ту сторону, ну ёты вот, як забачав, але. И хочется тебе покачаться. Ну, зато тебе хорошо сейчас качаться на том, на крыше. Крыша суха. Вот тебе хорошо покачаться, да, Филька? Феликс? Феликс. Феликс, у нас рука заболела, тебя снимать. Снимать тебя, Фелька. Фелька. Как же за тобой я скучил. И давно я тебя бачил. Там, чтобы зимой тебе бачились, да? Фелька, что там побачил? Что там? Вот так, Фелька. Фелька на крыше. Ну что ты? Что ты? Отдыхать будешь, да? Ну что, будем заканчивать этот ролик, да? Феликс? Ну все, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап и кот Феликс. И кот Феликс. Эх, ты пампушка ты. Большая ты пампушка. Феликс, большая пампушка. Ну, вылазь уже сюда. Что ты там на крыше? Я что, не полезу, чтобы не завалить крышу. А то я полез, как завалю крышу, то и будет нам. Ну, что? Феликс, ну я пришел, да? Фелька, я пришел. Мордочка маленькая, да? Ну все, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап и Коут Феликс.